друзья, мне один очень хороший человек подарил на день рождения, прошедший уже в ноябре, очень полезную штуку, а именно штатив. И сегодня на него будет обзор. Быть может, кто-то что-то подобное захочет себе приобрести. Ну, давайте посмотрим, что это за штатив. Вот сейчас, на данный момент, я с него снимаю. Вещь достаточно удобная. GoPro, конечно, туда не воткнуть. Это я уже проверил. Но, к примеру, телефон. Давайте попробуем туда разместить телефон. Вот видите, вещь такая вот у нас. Вещица. Зайдем, вот моя рабочая зона на текущий момент. То есть, что можно сделать с этим штативом? К примеру, вот так вот взять. Вот такие у него ножки. Так, вот таким нехитрым образом на него размещается даже телефон. И можно так что-то снимать, к примеру. Блин, кривато мне получается, потому что на этот снимаю, видите, вот так вот. Он всяко разно гнется. Три ноги у него. Вещь удобная. Во-первых, ну он, как вы видите сами, он небольшой. Достаточно компактный. Это все отцепляется. Сзади у нас вот тоже. Вот тут крепление. Некоторые детали от экшн-камеры вот сюда. Вот это такая накручивается. То есть, вот если вы с богатой фантазией, то вы сможете его всяко применить. Я думаю, даже чисто теоретически можно на велосипеде его использовать, к примеру, да? Вот такая вещица. Ножки прорезиненные. Тут пластмасса. Я посмотрел, цена на них достаточно бюджетная, да? Поэтому вещь неплохая. Ну и как по мне, так достаточно устойчивый. Можно всяко закручивать. Вот видите, всяко тут вот шарнир, да, если я правильно. Он металлический, кстати говоря. То есть основные узлы, по идее, если вы жопой не сядете, то ничего не станет. Ну и можете оставить комментарий, стоит ли рассказывать про какие-то вещи, которые в моей стримерской деятельности у меня появляются, типа там новый, к примеру, в будущем микрофон или хромакей, или еще что-то, рассказывать вам про это. Или, ну его нафиг. Пишите, оставляйте комментарии. А может быть, и для телефона его буду использовать. Видите, вот как он вращается, поворачивается и все такое. Удобно. Сейчас я раньше, как было раньше, я отцеплял вот где-нибудь, не обращайте сзади внимание, ремонт. Где-нибудь вот в этом месте я цеплял камеру, да? Как дебил цеплял камеру за монитор. И поэтому в некоторых случаях всякие эти самые проблемы были. То есть не по тем углом меня не очень видно было, там мало видно было. Или вот видите, вот тут у нас видно, да? Вот места даже, по-моему, остались. Где-то вот здесь я цеплял. Как это, дурак. Ну, вот так вот. А сейчас можно просто взять и... Кстати, у меня, как вы видите, ремонт уже полкомнаты сделано. В будущем про этот ремонт будет отдельное видео. Штатив неплохой. Как по мне, ну, мне надолго хватит. Будем стремиться к следующим подвижкам. То есть микрофон хорошие, качественные, то есть наушники, собственно, чтобы они не зеленые. Мои наушники, вот видите, уже в каком состоянии. Но они 16-го года, и поэтому это уже как бы, вот видите. Ну, им нет сноса. Все, что могло отпасть, отпало, остальное в будущем чисто из-за того, что они зеленые. Так что это тоже поменяем. Надеюсь, что это было кому-то полезно. А если какие-то есть вопросы, задавайте, я отвечу. Обязательно.